Звездное небо всегда притягивало к себе людей. По сей день за ним ведется пристальное наблюдение по всему миру. Астрофизикам удается зафиксировать даже самые редкие явления. Одно из них – это гамма-всплески. Впервые они были обнаружены 9 октября прошлого года. Тогда ученые предположили, что это краткая вспышка рентгеновских лучей от не слишком отдаленного источника. Только путем дальнейшего анализа астрономы обнаружили истинную природу свечения. Это взрыв при определенном этапе эволюции звезды. Разумеется, при этом взрыве разлетается оболочка в разные стороны, выделяется большое количество гамма-излучения. И вот наблюдать, допустим, такие вспышки мы можем и сейчас в виде туманностей. Туманности как раз произошли из-за того, что звезда сбросила свою верхнюю оболочку, и эта оболочка распространяется в космическом пространстве. Согласно современным представлениям, гамма-всплески происходят при взрывах массивных сверхновых звезд, исчезающих в черную дыру. При этом из окрестностей черной дыры в разные стороны вырывается мощный поток заряженных частиц, которые взаимодействуя с магнитными полями и космическими излучениями производят гамма-лучи. В основном все эти сверхновые звезды находятся на достаточно большом расстоянии от нашего Солнца, поэтому особой опасности для землян не представляет. Но если действительно это было бы в окрестностях, ну, недалеко, скажем так, от нашей планеты, то просто-напросто мы даже ничего бы не заметили. Гамма-всплеск подошел к Земле, и живые существа исчезли бы с Земли в течение 2 минут. Астрономы разработали специальные телескопы, которые наблюдают не космические гамма-лучи непосредственно, а скорее их влияние на атмосферу Земли. Слабое голубое свечение, называемое черенковским светом, которое космические гамма-лучи индуцируют в атмосфере. В Казанском федеральном университете есть уникальный широкоугольный оптический мониторинговый комплекс небесной сферы «Мини-Мега-Тортора». Он является единственным в мире и предназначен для наблюдения быстротекущих процессов на небесной сфере в автоматическом режиме. Были проведены уникальные наблюдения, потому что когда взрывается сверхновая звезда, то мы фиксируем это уже на Земле, когда находится, в общем-то, данный процесс на своей, скажем так, максимальной яркости. Так вот, мега-Тортора позволила построить график не с этой точки уже взрыва, а с начала процесса, то есть полностью был зафиксирован момент начала взрыва сверхновой, максимальная стадия и потом процесс затухания взрыва данной звезды. По словам астрофизиков, гамма-всплеск, который носит название JRB-22-1009A, является одним из самых ярких явлений, которые когда-либо были. Обуславливается это тем, что он расположен очень близко к Земле. Предугадать колоссальную вспышку чрезвычайно мощного излучения, к сожалению, невозможно, поэтому ученые наблюдают за небосводом в режиме реального времени. Алина Красильникова, Универньюз.